Доброго времени суток, уважаемые жители, собственники, гости, арендаторы дома 79, корпус 1, Щелковское шоссе. Только что здесь убирали снег. Я зашел домой, взял камеру, еду на съемки. Думал сделать репортаж, познакомился с двумя техниками-смотрителями, Андреем и Ириной. Обратил внимание, что уборка снега с помощью экскаватора нарушает состояние дорожного полотна. Они сказали, да, мы это знаем, значит, дорожная служба летом будет восстанавливать это дорожное полотно. Но восстановление будет идти заплаточным методом, что нарушает целостность полотна, и процессы заморозки и разморозки будут вести к дальнейшему разрушению полотна. Поэтому данная эксплуатация является не совсем качественным. Какое предложение? Предложение нам с вами массово приобрести субъектность. Для этого мы все с вами могли одномоментно ставить подписи. Для этого нам нужно овладеть навыком получения электронной подписи, и тогда мы можем объединиться на том или ином портале. Это могут быть госуслуги, это может быть кооператив, артель, в общем, юристы могут подсказать. На что еще я обратил внимание? Я обратил внимание на вот эти склоны. И сама техник-смотритель Ирина сказала, что когда она идет с автобуса, она всегда с опаской здесь идет по краю. И я обратил внимание, что как журналист я ищу повод, каким образом могу заставить зашевелиться вот эту государственную коммерческую машину. И обратил внимание, что это является преступлением. То есть если есть в социуме люди, техники-смотрители, которые перемещаются по территории и обязаны, согласно своих должностных инструкций, выявлять ненормативность и что может угрожать жизни человека, они должны об этом сообщать. Соответственно, если техники-смотрители в ближайшее время не напишут представление своему руководству, что делать? Соответственно, мы, как жители дома и как журналисты, оповещаем через средства массовой информации, электронный портал является электронным средством массовой информации, о ненормативном состоянии асфальтового тротуарного полотна. То есть нужно написать заявление в управу, собрать комиссию, произвести замеры у всех подъездов по уклону наклона. И могу сообщить, что смотритель Ирина сказала, что у нее 20 домов и такое состояние тротуаров только у нашего дома. Сюжет 2 минуты 50 секунд. Уважаемые зрители, уважаемые жители дома, если вам есть что сказать, вы хотите обратиться посредством средств массовой информации к жителям дома, или, в общем, мой телефон плюс 7 926 210 93 83. Звоните, встретимся, запишем, выложу, обратимся к соседям. И нужно брать управление домом в свои руки, потому что снег надо убирать тогда, когда он свежевыпал, когда он легкий, пушистый, его легко убирать. Ну и, конечно же, наша активность, то есть мы должны показывать пример, что мы сами можем брать лопаты, выходить. Соответственно, может быть нужен пункт хранения лопат, чтобы у меня есть время, я зашел, взял лопату и расчистил. Если так каждый из нас сделает, то у нас будет идеальный образцовый двор. Это в частном случае, чтоб снято.